По словам главы, в нескольких районах республики люди ежемесячно отдают за тепло более 4000 рублей. И не всегда делают это безропотно. В одном только Алансе было несколько массовых акций протеста. А с 1 июля тарифы могут вырасти в 2 раза. Глава предложил чиновникам не усугублять ситуацию и ограничить предельно допустимые тарифы на тепло до 3300 рублей за гигакалорию. Для того, чтобы эти страшилки двух-трехкратного увеличения больше не гуляли в средствах массовой информации, не кошмарили бизнес, не кошмарили наши учреждения, несмотря на сложную финансовую ситуацию, это совершенно спокойно можно сделать. Для юридических лиц глава предложил установить рост тарифов не более 10% в год.